Всем привет, с вами Дант и Романыч, там еще Санек Лагает. лагающий, да. И сегодня мы с Романычем поиграем в Last Will. Да. Игра, где надо думать. Надо проявить свою логику, математический расчет, там еще что-то буль-буль-буль, много чего. Сейчас мы будем проявлять математический расчет. Да. Так, тут слово роб. Так, тут слово... Так, ну я фонарик возьму, потому что я в прошлый раз заебался. Нихуя слово ничего. Нет, я не прав. Тут слово... Так. Я собрал. Слышь? Я не могу собрать последнее слово. Алайо. Может быть это роуп? Нет, может это... Может это вуд? Может быть это вайер? Нет, навряд ли вуд. Да, это точно. Может... Так. А что если это... Зеро... Нет. Я не помню такого вообще слова. Может быть зеро? Зеро... Да, у меня зеро. У тебя зеро, у меня тут... Хер его знает, что за... Ну куда я тебе покажу, как это работает. Так, значит, может быть, это... Вообще, вообще, если по статуе смотреть, что за слово, да? Тут в жизни не допрешь. Потому да, что... По статуе надо. Вот смотреть. Именно. Ну тут, если так посмотреть... Ты можешь рассказать, как нам смотреть, пока я тут собираю слово? Короче, как смотрим? В комнате находится, короче... Вот такие вот штучки, то есть подсказки, да? Всего их три по комнате. Они могут быть везде абсолютно. Смысл в чем? Вы, короче, должны запомнить вот эти четыре слова, которые находятся на втором этаже, или хотя бы записать. Слова, ну точнее, это не слова, это буквы чаще всего, но тут в некоторые моменты можно прочитать слово. Слушай, а надо ты мне сказать первое слово, третью, четвертую букву? Зад. Фу, это не тот. Надо еще найти. Короче, надо, надо записать вот эти четыре слова, потому что... А вторую букву? W. КФ. Короче, все эти три слова можно собрать вот по этим вот буквосочетаниям, если так сказать. Но... нужны подсказки, которые могут находиться на первом, на втором этаже. Смотрите на пол, смотрите в шкафчиках, смотрите около диванов. Короче, везде смотрите, и вы найдете вот подсказки, что может быть за слово. Я собрал. Так. О, шахматы. Шахматы. Иди. А я тебе свет включу. Ну что, я собираю, да? Ну да, ты расскажи, как ты собираешь. Короче, смысл шахмат в чем тут? Нужно поставить все шахматные фигуры так, чтобы они не мешали друг другу по ходьбе. А так как это все королевы, нужно, чтобы по всем четырем ихним диагоналям, точнее не по четырем, а девяти, короче, никто не должен мешать ихнему продвижению, да? А после того, когда вы завершите это, и никто из-за них не будет мешать ихнему продвижению по линиям, вы пройдете эту комнату. Надо расположить и обязательно все королевы, но подвох в том, что почему-то некоторые королевы, они, короче, любят съезжать с доски. Почему хер его знает? И еще почему-то я от кого-то себя слышу. Угадай. Я не понимаю, почему ты себя слышишь. Какая-то магия прям. Так. Ага, вот это вот. Вот эти два, вот эти два. Вот этот белый и вот этот черный. Так, тут, короче, как. Господи. Тут все стоит очень удобно. А время что-то быстро идет, да? Уже тик-так делает. Ну это ты время поставил, так что вот. Да, ладно, мы успеем. Если нам не попадется та комната, то мы все. Господи, ну та комната, она... Так, нет, надо вот сюда, стой.
Так, все, нажми. По плану должно все работать. А кто его знает? По-моему, нет. Бляха-муха. Да, вот эти два. Подожди секунду. Вот теперь... Не-не-не, вот карась... Да-да-да, вот это двигай, правильно. Чего меня пугающе? Я не то пас. Да не, тут вот это надо еще подвинуть. А она с чем не так? Она с белой конфликтовала. Так теперь снова с белой конфликтует? Нет, и там... еще и... Да, а, да, с... блин. А если белый двинуть левее, она не будет конфликтовать. Нет, будет. Да, если не... двинуть... Да. Там. Блин, ставить. А, белый можно... Короче, надо по моей тактике стандартной было ставить, и все, мы сейчас бы не запутались. А, ну так вот, смотри. Давай я сейчас по своей тактике стандартной поставлю, чтобы мы, блин, не парились полчаса. И все. Вот так сейчас поставим, Романыч. Потому что я же, блин, помню то, что я по своей тактике просто ставил, и все. И они свободно стояли и не мешали друг другу вообще никак. Тут очень много способов поставить их правильно. Ну, я использую один и тот же, и мне не палит. Так. Ну, ты клацай там сверху, чтобы это... А я клацаю сверху. Так. Тут... Там вон беленький, черненький. На одной линии стоят наискосок по диагонали. Какая? Угадай. Найдешь, не найдешься. А, самый чистый, черный и самый... Вижу. Вот белый это... на себя вот этот подвинь. И еще. В край его выдвинь. На самый, ну, до самого конца. Нет, не туда. Нет. Так. А, ну сюда, что ли? Да. И на... Вот, да, все, кайф. Получилось? Да. Отлично. Ай-яй-яй, тихо. Так, и тут у нас... О, наша любимая комната. В текстурах застрял. Слушай, наша тут любимая комната, Романыч. Библиотека. Сейчас текстуры. Прекратите, пожалуйста. Так, у нас какое тут... Я так понимаю, ты застрял, да? Да, только что вылез. Джули. Я так понимаю, Джулия. Джулия. Игрека, наверное, да? А, Джулианна. Джулианне. Понятно. Так, ну чё? Ищем. Джу. Нам нужно Джу, да? Да. Джу. Джу наверху. Давай, короче, кто-то у нас сверху будет, а кто-то у нас снизу. Я снизу, я ищу Джу. Пока не нашел. Ой, матерь божья. Причем мне больше всего нравится, тут Джу. Две Джулианы. Вот, я нашел Джу. Две буквы? Ну, J-A-U. Чек, ничего происходит. J-A-U. Так-то нам только J-U нужно. А, ну все, все правильно. Все правильно? Да. Ты смотри на большие буквы только. Только я на большие и смотрю. Джу. У нас есть Джу. Надо Ли-А. На. Ли-А. Так, Ли-А. По-моему, не у меня Ли-А. Ли. У меня нету этих букв. Ли-А. Нет, стой, сбрасывай, мы неправильно собрали, я нашел, как нам собирать. У меня есть отдельно J и отдельно UL. Сейчас. А, где тут сбрасывал? Сбрасывальщик этот далеко. Так, J. Угу. Так, где вот? Джуль. По-моему, у меня и И. Джу. Нужно И, А. Так, а вот, а ну-ка, нет. А у тебя? Нет, я... Разве? Да, у меня нет никаких ни И, ни А. Нет, у меня тут И есть. Ну так И, а еще есть и А, по-моему, здесь. Вот И. И где-то был в И, Погоди, тут. Вот, Абе, Джулиан. Не, а тут вот, тогда здесь. Еще Н. И у меня наверху Н, Е есть. А, ну тогда давай. Где-то тут было. Короче, смысл тут в чем? Я, конечно, объяснял еще, когда в сингле играл, но объясняю еще раз. Может, кто-нибудь это не смотрел, посмотрел тут только это. Надо смотреть на большие буквы. Вот название книг, надо большие буквы смотреть, и все. Ну, или у меня нет НА. У тебя нет, случайно, отдельной буквы А? Отдельной А, по-моему, не было. Потому что есть отдельная только... И.
чё? У меня есть отдельная N. Нам сейчас не хватает N. Так, чё у нас там вообще собрано? Джулиан. N и E не хватает нам. N и E, точнее. N и E, да? Ну, у меня есть тут две N. Две N и E. Есть две N и E. А, Джулиан. Значит... Там не или на? А, там не. Вот и все, вот и наш конец. Не, а так у нас есть одна N тут. Если мы еще, тогда будет 3N. Нам придется сбросить и просто не ставить эту N. Я же отдельную N ставил, Джулиан. А, ну тогда давай сбрасывай и это. У меня все наверху. Да. Так, Джулиан. Так. Так. Мне надо на что нажать будет? На I и на N, да? Да, когда я скажу. Джуль. А где мы И взяли? Внизу. Джули. Теперь А. У нас есть отдельная А. А у нас нету отдельная? У нас нету отдельная. Разве? У меня нету отдельная. Тут... У меня есть отдельная Н. Спать. А у нас отдельной Е нету? Есть. Блять, ну тогда мы в прошлый раз правильно собрали-то. О, ну ладно. Давай отдельную N и E. Понял. Так, где у меня... Господи. Отдельная N. E. И E. Ой, у меня подвисло. Какая из двери открылась? У меня подвисло, я не знаю. Нижняя. Ты там ожил? Да, видимо, да. Да, ожил. Бум, свет. Не. Не. Вот, кстати, на этой комнате я когда записывал. В сингле она работает. В сингле мне не хватило одной сраной буквы. В смысле? А я не нашел одну сраную букву. Да ладно. Че, она и в сингле тоже не работает? Я предмет пока еще. Я тут. Я один только нашел. А я два. А я три. Нифига себе жесткий. Так. Так, я... Так, ага. Так, я нашел... Вот, все, я четыре нашел. У меня три, нам еще один нужен. Да, так. И же восемь было с утра. Может быть... Так, стоп. У меня... Может, на окне где-нибудь? А. На столе... Блин, а где... Так, у тебя точно только три? Да. Я сейчас их воткну сюда. Вам, три. Так, у тебя вот точно четыре, а не пять? Вот у меня вон четыре. Я только что поставил. А, может ты в ящиках не... Я, видишь, все ящики приоткрыты. Я хорошо поставил. А, вот он. Чё ты там говорил? Я хорошо в ящиках поставил. Ящики хорошо посмотрим, да? Ну, удачи. Да. Я пока соберу все буквы, какие возможны. Ой, господи. Ладно, тогда я предметы возьму. И ты мне сейчас будешь, какие буквы ты уверен на 100%, те я буду ставить. Так, я... Ну, я тогда тоже немного побегаю, посмотрю, да? Так. Четвертый непонятно. Так, у ну... У вас есть одинаковые буквы S? Silver Snake. Вторая и пятая буква это S. Вторая и пятая. Вторая. Пятая. S. Ты забудешь, это не так делается. Мы собираем все буквы, составляем слово, потом это. У нас просто две буквы S. Не, я просто поставил, чтоб... Ну, да, чтоб мы не забыли. Чтоб это не забыли. Чтоб мы прочитали. Первая, четвертая. Так. Ну, скорее первая всего, буква не R. Собирается. R как? Одна R, другая P должна буква быть. А, по-моему. Четвертая. Ну, допустим, давай поставим то, что подожди, A. Подожди еще раз. Здесь две, здесь две, здесь одна, две, две, одна. А с... Две, две. А с... Одна. Четвертая буква это А. Ну, я примерно могу соло составить... Первая буква, по-моему, не собирается. Две вот здесь внизу.
А, первая буква это Е. Первая Е? Да. Е. Слушай, походу... Болтский, мать. Походу... Что за буквы скажи, я в скребл наберу. Так, ща, погоди. Слушай, а что мы сразу в скребл не набрали? Так, получается у нас ЕС-АС. ЕС-АС. Сейчас, секунду. Е, да. У нас две Е. У нас осталось Е, П, Р и С. АСКА... Здравствуй, мое незнание английского. Здравствуйте. Как я тебя люблю, блядь. Слушай, а когда это было? Какого числа? 9-го? Чё 9-го? 8-го. Давай разгадывали. Мы? А позавчера разгадали это случайно. 8-го, значит, да? Так. Что-то я не понял. Вот Enter your Scrabble. Я не помню, но... Диктуй мне букву. Так, короче... ESASERPC. Раз, два, три, четыре, пять. То есть только семь. Только семь. Так, ну, короче, проверяй. Две Е. У нас уже было такое. Две С. Да, две Е, две С и КАР. Кар... Ну, C-A-R. Не, P, R, C, E... Еще... Так, короче, E, S, A, S, P, R, C, E. Да. И у нас... Ни одного слова на 8 букв. У нас уже были такие же, точно такие же предметы и точно такие же слова. Да. Потому что вот они, я могу тебе их кинуть, ты сравнишь с тем, что я раньше скидывал, и они те же самые. Вообще, если сейчас по логике идти, да, по моей дебильной, то тут, вот тут должна быть какая-то согласная. У нас их три. П, Р, С. Ставим П. Потом идет, допустим, С... Е, Р. Не подходит. Значит, меняем. Опять не подходит. Ну, так сейчас будем методом подбора, блядь, долго. О, у нас так время может кончиться. А ты уверен в этих четырех буквах? Каких? Ну, вот. Е, С, А, С. Е, С. Да, по-моему. Ес. Па. С. Я дальше пока попробую собрать, конечно. Так, ты пробуй, я. А я попробую своим любимым методом. Методом наркоманова. О, точно! По-моему, третья это буква Си. Третья буква Си. Идем дальше. Шестая. Матерь Божья, по-моему, шестая не собирается. Шестая не собирается. А, ну все, я сказал тебе все, что смог. Так. Если... Так, получается... Эскапес. Попробуй эскапес. Эскапеса какая-нибудь. Перс. Попробуй разными способами. Т.
Да ладно! Я угадал случайно. Нет, вообще-то я угадал, да? Я тебе назвал слово, а мы его дополнили двумя буквами. А, ну это изи. Да ладно. Все закрыты, да? А я не видел. Ну, это короче... Короче, мы еще тут не видели... Ну, если на запись, то получается мы две комнаты не покажем. Да. Ну, просто эта комната самая легкая. Ну, вторая, наверное, по легкости, или первая, мы закончили. Да. В общем, потратить 42 минуты. По-моему, тут что-то не так с подсчетами, я думаю, да? Не, это у вас... У нас еще 42 минуты. У нас осталось 43 минуты, 19 секунд. У меня другое время. Так, еще раз попробуем. Ну, если хочешь. Я хочу выбить те комнаты.